Турецкие предприниматели уже ощутили на себе падение курса лиры до рекордно низкого уровня. В пятницу стоимость национальной валюты по отношению к доллару упала более чем на 5%, после чего немного восстановилась. Это отражает опасения инвесторов в отношении монетарной политики при президенте Тайипе Эрдогане. В этом месяце валюта потеряла в стоимости более 20%. Это самое сильное месячное сокращение со времен финансового кризиса 2008 года. Теперь торговцы на самом известном рынке Стамбула вынуждены платить больше за аренду. Также стало дороже импортировать товары из-за границы. Более того, покупатели теперь покупают меньше в надежде, что курс восстановится. Конечно, мы потеряли. Мы платим аренду в долларах США и продаем золото. А аренду рассчитывают, исходя из стоимости доллара и золота. Арендная плата составляет $5000. В прошлом году мы платили 17 тысяч лир, а в этом скоро будет 25 тысяч. Для владельцев магазинов наступают трудные времена. Надеюсь, что владельцы и арендодатели пересмотрят контракты с предпринимателями. Инвесторы обеспокоены заявлениями президента Тайипа Эрдогана. После выборов в следующем месяце он обещает взять экономику под более жесткий контроль. Он также говорит, что разработал план того, как сократить двузначную инфляцию и дефицит бюджета, не повышая процентной ставки. Турция ценит макроэкономическую стабильность. После выборов мы предпримем шаги, чтобы сократить инфляцию и текущий дефицит другими путями. У нас есть способ предотвратить колебания курса валюты в краткосрочной перспективе. Кроме того, по словам Эрдогана, нынешнее развитие событий на финансовых рынках не отражает экономической обстановки в стране.